Аспид! Как там царевна поживает? Она отказывается есть и пить, мой повелитель. Вот упрямая! А хотите, я ей шею сверну, чтобы знала свое место, ничтожное человечишко? Нет, Аспид! Не для этого я царевну похищал. Она живая мне нужна. Ладно, сам схожу к ней. Пахнет вкусно. И чего отказывается? Аспид, как я выгляжу? Как всегда восхитительно, мой повелитель. Чего хнычешь, царевна? Уходи! Тащи! И чего ж ты так боишься меня, Василиса? Ты меня голую видел! И ты меня тоже. А еще обесчестить хотел! Но не обесчестил же! Это дело времени! И то верно. Ну все, хватит дуться, царевна. Надо покушать. Вот отпустишь меня? Буду кушать. А не отпустишь? Так и умру здесь с голода. Ну что за упрямая девка? Что за истерики? Не хватало, чтобы ты еще подохла у меня в замке. Отпусти меня! Мне страшно! Вот! Надо испить хотя бы воды. Пей, не упрямься. Я не буду пить. Вот так. Еще, царевна, пей. Запомни, царевна, ты моя вещь. Повелитель, царевна отведала еду из ваших рук? Нет. Какая дерзость! Предлагаю ей разрезать живот, засунуть туда еду и зашить обратно. Аспид! Хорошая идея. А вот и яга, легка на помине. Коща! А хочешь, я накормлю твою царевну? О боги, прекрасная нимфа явилась нам. Ха, и тебе привет, Аспид. Она меня заметила. Отравить ее хочешь, яга? Ну что ты, Коща, а давай я накормлю царевну, а с тебя поцелуй. Условия ставить вздумала. Ну, хотя бы в щечку, Коща. А хочешь, я тебя поцелую? Аспид, смотри, Коща, уведу у тебя твоего самого сильного слугу. Ха-ха-ха-ха! Да что ты? Ну, тогда... Аспид, убей ягу. Что?
Какой способ предпочитаете, мой повелитель? Сверни шею. Повинуюсь. Ну нет! Кощей! Я же пошутила! Аспид, отпусти меня! Мой повелитель! Кощей! Вот как ты меня любишь! Аспид, довольно. Отпусти ее. Ты уж не серчай, Его. Пошел ты! Итак, слушай мой приказ. Вы должны накормить и напоить царевну. О награде я уже потом подумаю. Все понятно? Да, повелитель. Ну, раз понятно, можете идти. Как пожелаете, наш повелитель. Его, может, сходим на свидание? Не сегодня, Аспид. Это царевна! Одни проблемы у меня из-за нее только. Не видать мне Кощеевой силы с этой маленькой козявкой. Чтобы сделать с царевной. Быть может, отравить ее? А может... заколдовать ее? Что же мне выбрать? Кажется, Ягуся все придумала. Ой, берегись, царевна. Чувствую.
тебе и молодильные яблочки. Да, царевна? Теперь ты и правда как козявка. Негоже еде на полу валяться. Давай-ка пеленаться, царевна. Господи, как же это с детьми делается? Опаньки. Ну, вроде нормально. Плевать, все равно сожру тебя. А может, тебя уже сейчас сожрать, царевна? Что за детские крики в замке? Черт, это я не продумала. Яга, что ты сделала с Василисой? Кося, как ты и просил, покормила царевну. Чем? Яблочками молодильными. Ты хоть знаешь, что я с тобой сделаю? Стоя! Тише, повелитель, ребенка испугаете. Тихо. Царевна, не ори так. Ну, Кощеюшка, кто ж знал, что царевна только яблоки жрать соглашается? Вот я и накормила. Не отравила же. Отдай мне царевну. Держите. Тихо, царевна. Ты ее еще и небось сожрать пыталась. Я сожрать царевну? Ты что, Кощей? Ты обо мне плохого мнения, а? Какой кошмар! Становиться отцом я точно не собирался. Ну-ну-ну. Вот, царевна, на-ка сосочку, сам наколдовал. Только не ори. Ой, Кощеюшка, смотри, царевна притихла, ты ей нравишься. Знаешь, чем ты сейчас будешь заниматься, Яга? Убирать говно. Нет! Ну что, катаны, вот такая серия у меня получилась. Вы знаете, я думаю, что Ягуся явно чувствует себя бессмертной, да? Она у нас как бы не бессмертная, держу вас в курсе, она просто продлевает себе жизнь за счет яблочек молодильных. Но она такая вообще, знаете, оторва. Ее Кощей только недавно хотел того, секирдык это, приструнить хотел вот эту бабульку. Она все это никак не унимается, царевну сожрать пыталась. Но как бы вот к чему у нас привело ее это. В жопе эти, в жопе гвозди. Помешала ей, видите ли, царевна. Ну а Кощей у нас что? А Кощей у нас хотел стать дяди для царевны. А стал папочкой. Короче, если вам понравилась эта серия, обязательно ставь лайкосик, я тебя прошу, как бы не зря же я старалась, не зря Ленка ночами снимала до 5 утра, да. Пиши комментарии, как тебе эта серия, конечно, пиши. Ну и подписывайся на канал, если ты еще не подписан, я вообще не понимаю, если ты еще не подписан, то я как бы, я умываю руки. А еще сейчас самая главная информация, важная для тебя. Послушай меня сюда, послушай, давай. Если ты не подпишешься на мой телеграм-канал, то все, то все. А если серьезно, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, там выходят всякие спойлеры, интересности про новые серии и так далее, хорни-контент, который не пропускает ютуб, ну и так далее. Да и вообще, ваша подписка мотивирует меня снимать все новые клевые серии. И вообще, давайте так, добьем 132 тысячи подписчиков в телеграме, и я начинаю съемку новой серии. Продолжаю, да? Давайте так вот. Давайте. Вы мне, я вам, как бы, да, это, знаете, внегласные донаты такие будут у нас. Давайте все. Такая хитрюшка ты, я, да? А, хотела вам похвастаться. Мне сегодня такую куколку подарили. Смотрите, это Чиминка у меня. Вот такая вот Чиминочка. Коллекционная куколка. Она такая счастливая. Я буду тебе что при параде. Я вот это. У меня тут это туса с Чимином. И, конечно же, отдельное место моему Лешечке в моем сердечке. Вы видели, какого он слугу Аспида играл? Слуга Аспид, слуга Кощей. Вообще крутой, да? Чего все? Моя любовь теперь. Поэтому лайкосик ему тоже. И подписывайтесь на его телеграм-канал тоже. Ссылочка на его телегу также в описании. И все, ребятки, обнимаю вас, целую. И, как говорится, до новых серий. Муа! Муа-муа-муа!